В Ханты-Мансийске отметили 20-летие альманаха «Эрентур». Традиционно в нем печатались и печатаются лучшие авторы Югры. Мария Волдина, Еремей Айпин, Андрей Тарханов. Всего более 200 писателей и поэтов опубликовали свои творческие работы в этом сборнике. Альманах выходил раз в год, а главным редактором его до недавнего времени был Николай Коняев. Кроме того, он возглавлял окружную организацию Союза писателей России. Сегодня, в день рождения альманаха, вспоминали Николая Коняева. Память об ушедшем литераторе почтили минуты. Минуты молчания. Необыкновенный человек. Человек такого плана, что, в общем, не боится он, значит, там правду в глаза сказать, не боится похвалить, значит, не боится, в общем, ну, очень скромный. Вот эта скрупулезность, этот очень требовательный подход как к своим текстам, так и к текстам авторов, которых отбирал. Ведь из большого количества он отбирал самое лучшее произведение. И поэтому, конечно, «Эрентур» состоялся за эти 20 лет как замечательный проект благодаря Николаю Ивановичу Коняеву.